Ну что ж, друзья, подписчики и гости моего канала, я всех приветствую. Это очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. Вот. Прежде всего хочу вас поздравить с наступившим новым 2018 годом. Вот. Пускай этот год, как я уже говорил, станет лучше, чем 2017. Намного лучше, желательно. Вот. И это первая распаковка, на самом деле, в этом году. Сегодня 4 января, если я не ошибаюсь. Я вроде не ошибаюсь. Вот, что касается доставки, да, приехала посылка ко мне за 45 дней. Вот, на самом деле это долговато, да, есть такое. Вот, я ее ожидал где-то в конце декабря, но почему-то она ехала очень-очень долго. Ну, как я говорил, да, видите вверху значки, да, CN в конце, да, трек номера. То есть это China у нас получается, в принципе, где-то так и едет, бывает, да, бывает. Вот, давайте, короче, вскроем, посмотрим. Это уже вторая шапка, которую я заказываю с Алиэкспресса. Вот, сейчас мы откроем, посмотрим. Так, чётенько. Вроде шапку не порезал. Во, о, офигеть вообще, чётенько вообще, смотрите. Какие насыщенные цвета. Вот. Я, кстати, насчет цвета вот как раз-таки и немножко волновался, переживал то, что она будет блеклого цвета, но она оказалась очень даже насыщенного цвета. Вообще классно. Да. То есть, кстати, я это самое сразу вам хочу продемонстрировать свою первую шапку, которую я заказывал с сайта AliExpress. Вот она, зимняя шапочка. То есть, да, видите, да, то есть, как бы немножко, ну, габариты, да, то есть, это она немножко растянулась еще. Вот, этой шапке получается где-то уже год с небольшим уже получается даже. Как видите, держится вообще офигенно. Год и где-то 3-4 месяца. То есть, вообще полтора года практически. То есть, вот, все, офигенно. Сейчас на улице, кстати, в праздники под минус 30, поэтому этой шапке пофигу вообще на все. Вот, давайте, короче, наверное, ее сразу примерим, да. Вот, кстати, вот она вот так тянется. Довольно бодро. Да, я прямо на ваших глазах сейчас ее, короче, примерю. Могу выглядеть немножко по-дебильному, да. Ну, ладно. Вот как можете видеть, да? Так, сейчас, секундочку. Да, есть изображение. Вот так, короче, она выглядит, шапочка. Да, не обращайте внимания, я, короче, не бритый, да? Я, наверное, все праздники не буду бриться. Вообще, ломы фонарь. Вот, наверное, после праздника побреюсь, приду себе в порядок. Да, как можете видеть, да? Кстати, честно говоря, да, вот на ощупь, да, она чуть-чуть какая-то... Такая, знаете, блин, жестковатый какой-то материал здесь вот. С этой стороны, с внешней. Вот, а внутри, внутри она такая довольно мягкая. Очень классная. Вот, так что, в принципе, мне нравится. Ее еще немножко подрастянуть, и будет офигенно. Вот. И вот моя старая шапочка. Ну, по сути, не знаю, что еще сказать. В принципе, товаром я доволен. Эта шапка у нас стоит практически 300 рублей. Даже меньше 300 рублей. Она стоит 281 рубль. Как бы, блин. Она, в принципе, знаете, она не на зимний период, скорее. Потому что, мне кажется, башка-то замерзнет точно в ней. Вот. Но на осень, на весну она самое то. Вот. Так что я не знаю, что насчет этого товара еще добавить. Как бы меня все устраивает. Сроки доставки, да, то есть, как бы, ну, есть такой минус. Ну, для чайной, как я сказал, это нормально. Для трек-номера. Вот. Давайте, наверное, скажу сразу еще про мышку, да. Дело в том, что я все-таки написал продавцу, что якобы вот эта вот кнопка не работает. Да, она действительно не работала. То есть, я ее разобрал. Вот в этих местах, получается, клеем подмазал белую часть. Там такая есть белая, как сказать, белый корпус, да?
Я его залил, теперь кнопки работают нормально. Вот. Но продавец все-таки выслал мне вторую мышь. Вот. И, скорее всего, я на вторую мышь тоже запишу обзор. Вот, уже заговариваюсь, короче, да. И, в принципе, все. Мне нравится, нормально. А, кстати, да, по поводу этой шапки еще то, что, блин, да, 45 дней ехал, да, но у меня еще в защите 24 дня. То есть, блин, заранее, как будто бы заранее это все было продумано, чтобы сроки защиты прям подняли, не знаю, до, не знаю, 60 дней или сколько там дней. Ну, побольше, короче говоря, да. Вот. Мне все нравится. Все очень круто. Это все обрежется потом, да, разумеется. Просто ножницами откусите все. Делов-то. Так что, ребятки, много не пейте, короче говоря, в эти каникулы. Завязывайте. Отдыхайте. Работайте и так далее. Но много не бухайте. Плохо это дело. Вот. Короче говоря, это все. Товаром я доволен. Рекомендую продавца. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите в комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.